Летим, блядь. Сука, агрессия привет. Многоуважаемые мои товарищи. Пока вы все это обсуждаете, на календаре виднеются следующие цифры. 17 мая 2022 года. Ровно 10 лет назад Алексей Губанов, Jesus of гн начал свою медийную карьеру как ютубер и по совместительству стример. А, да? Ого, реально, что ли, 10 лет? Ну, кстати, да. Подождите, сейчас же май месяц. А именно в мае я зарегистрировал свой канал на ютюбе. Посмотри ПЖ канал Витал Шарк. Подожди, ебать, а я и забыл про это. Пиздец. 10 лет, блядь. 10 лет. Десять лет, блядь. Пиздец. Вы вдумайтесь, нахуй, десять лет. Охуеть.